Всем привет! С вами Татьяна. Не удивляйтесь, что сегодня у меня такой смешной вид. Сегодня 13 января, и это не только старый Новый год, это еще сегодня щедрый вечер. Да, сегодня щедрец. Что это такое за праздник? Это один раньше был из любимых праздников на славянской земле. Почему он получил такое название? Потому что в этот день всегда люди устраивали такой своеобразный пир. Очень много наготавливали всяких вкусностей, варили обязательно кутю, всевозможные вкусняшки. И было принято ходить по домам и щедровать. Петь песни, танцевать, одеваться в нарядные костюмы. В общем, было такое всенародное гуляние, когда ходили по дворам, пели песни, и за это хозяева должны были их одаривать. Вот. Эти люди, которые приходили щедровать, рассказывать стихи, песни петь, колядки рассказывать, они тем самым приносили добро в этот дом, и если хозяева их одаривали какими-то вкусностями, это означало, что следующий год ожидает этих хозяев, что будет он благополучным, в достатке, и будет все в этой семье хорошо. Вот. Коляда – это такой языческий бог, который покровительствовал хорошему урожаю, мастерству, благополучию, миру между людьми. В общем, отсюда, собственно говоря, и пошли вот эти все колядки. Что хотела еще сказать, что в этот день еще всегда задабривали своего домашнего домового, потому что всегда считалось, что домовой он хранитель дома и спасает дом от всяких неприятностей и от всяких хворей тех домочадцев, которые проживают в этом доме. Поэтому такая была старинная, как сказать, не привычка, а обряд такой старинный, не знаю, как это назвать, оставляли в укромном месте для домового блюдечко с молоком и какие-нибудь сладости. То есть задабривали своего домового. В общем, таким образом все ходили по домам и делились вот этой энергией благополучия друг с другом. Вот такой вот замечательный праздник был когда-то. И сегодня я хочу тоже с вами поделиться такой колядкой, принести в ваш дом радость, мир, покой, благополучие, чтобы в следующем году у вас тоже было все хорошо. В дом с добром я к вам иду и веду к вам коляду. Пусть он вас развеселит и печали удалит, принесет здоровье, счастье и, конечно же, богатство. Только это не за так. Подарите мне пятак. В общем, дорогие мои друзья, конечно же, все мы понимаем, что пятак вы мне не подарите, поэтому попрошу у вас самую малость. Не забудьте поставить мне лайк за мое видео и подписаться, если вы еще не подписались на мой канал. Вот такое маленькое сегодня веселое видео у нас было, посвященное сегодня такому празднику «Щедрый вечер». И еще забыла вам сказать, что этот праздник сочетается с праздником, сейчас скажу, как правильно называется, в этот день почитали православную Меланию. И раньше, когда я слышала от мамы такую поговорку, ну, наготовили как на Маланину свадьбу. И вот теперь я понимаю, почему так говорили, потому что этот праздник почитания Мелании совпал с праздником «Щедрый вечер». И так как в этот праздник было заведено очень много всего наготавливать, поэтому родилась такая поговорка, что наготовили, как нам, приготовились, как на Маланину свадьбу. Вот, вроде бы все, что хотела вам сегодня рассказать, рассказала. Поздравляю вас еще раз с праздником. И желаю вам в этом году всего самого наилучшего. Жду вас еще на своем канале. Обязательно же увидимся. Всем пока-пока!